Действий на план окончания предварительного расследования оснований, служивших для избрания мер пресечения в виде домашнего ареста обвинения Бориса в настоящее время отпадет, то суд находит указанное ходатайство подлежащим удовлетворению, руководство статьей 174, продлить обвинение Бориса Геннадия Анатольевича домашний арест на 2 месяца, всего до 6 месяцев, то есть до 8 февраля 2015 года включить, сохранение установленных запретов ограничений, а также разрешение Евгению Борисову покидать жилое помещение, расположенное по адресу Новгородский район, Новгородская область, поселок Тригород, 5-4, 9-2, 10-11, 10-11, 10-12, 10-12, 10-12, 10-12, по указанному адресу. Трое суток на обжалование. Сейчас присаживайтесь.